Добрый день, друзья. Перед нами аквариум, который я назвал Южная Америка и который запустил месяц назад. Это не биотопный аквариум, а лишь мое представление об экосистеме рек с черной водой верховьев Амазонки, Уругвая, Парагвая, где обитают неоны, фантомы, минорки и другие подобные им рыбы. Итак, я выполняю свое обещание и рассказываю о том, что произошло в этом аквариуме за месяц. А за месяц в этом аквариуме произошло событий столько, что в одном ролике и не расскажешь. В самом начале я допустил несколько очень грубых ошибок. И об этом я расскажу чуть позже. А сейчас лишь краткий обзор этого аквариума. Дело в том, что обо всех моих ошибках отснято очень много материала. Весь месяц я активно боролся за жизнь этого аквариума, за биобаланс в этом аквариуме. Сейчас готовится, обрабатывается материал на эту тему. Когда будет готов фильм, я вам, конечно, покажу все в подробностях. А сейчас показываю только основные моменты. Все обо всем расскажу. Все покажу. Ничего не утаю. За это время в аквариуме погибло две рыбки. Одна из них фантом черный. Из-за болезни. И одна из вот этих вот зеленоватых рыбок, забыл как называется, но она изначально была очень слабая и погибла. Рост растений в аквариуме за месяц не очень сильный, сильно разрослась только бакопа. Пока растения питаются за счет питательной подложки и растительного грунта, удобрений сюда не вношу. СО2 не подается. Свет довольно слабый, средний. Ну вот так выглядит этот аквариум на сегодня. Обо всех этапах борьбы за выживание этого аквариума, обо всех своих ошибках расскажу позже. Это будет рассказ о том, как не надо запускать аквариум, как не надо торопиться, как делать не надо. Я думаю, рассказ будет довольно интересный, поучительный. И на старуху бывает проруха. Ну а на этом все. На сегодня до свидания. Всем пока.